Всем привет, с вами Гобс, и сегодня я расскажу вам о демке такой игры, как Кусан City of Wolves. Игра рассказывает про кота, который вроде как сыщик, наемник, ну, в общем, все в этом роде. Геймплейная игра напоминает Hotline Miami. И, в принципе, это все, что можно сказать о геймплее. Это реально хорошая копия Hotline Miami. Но графика здесь хорошая рисованная, а не пиксельное месиво. Да, и те уровни, которые доступны в игре, начинаются всегда с ножа. Честно говоря, не помню, в Hotline Miami давалось оружие дальнего боя изначально или нет. Но вот тут его приходится подбирать, патронов всегда нету. В общем, замечательно, одним словом. И это нормальный уровень сложности. Сюжет подается в виде комиксов, сейчас сплакнул, Макс Пейна вспомнил первого. И визуал в целом мне очень даже нравится. Музыкальное сопровождение хорошее, это битки. Битки достаточно хорошие, в принципе, что-то из этого можно даже слушать на заднем фоне лично для меня. Ну а поскольку ты играешь за антропоморфных котиков, могу сказать так, сейчас эта тема очень популярна. В целом посмотрим, что получится из полноценной версии игры. Возможно, даже смогу на нее обзорчик потом сделать. Но это уже будем смотреть по обстоятельствам. Ну а на сегодня это все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии, я все читаю. Ну и, конечно, не забываем, самое главное, пьяный гоблин должен оставаться пьяным. Всегда. Особенно, когда играет за антропоморфных котиков. С ножом. И металлической рукой. И вникать в сюжет тоже надо. Но мне было лень. До свидания.